вас за динамическую гимнастику. И есть такие люди, которые спрашивают, а вот чем бы заменить вот эту за динамическую гимнастику, чтобы получать примерно вот такой вот результат. И я вспомнил, что существует поза наездника. Становитесь таким вот образом. Далее, спинка должна быть у вас полукруглая. Не вот так, как у наездника, а вот так, полукругленько. Попу слегка подбираете. Итак, подобрали попу. Присаживаемся. Вот так вот. И секунд 15 хотя бы постойте. Вы почувствуете, как энергия начинает циркулировать. И потихонечку будете увеличивать нагрузку. Там 7 секунд, 15 секунд. Вот, даже ровнее, чтобы ровнее чувствовали живот расслаблен. Поясничка у вас так кругленькая. Вот. Ну, я примерно так ее понимаю. Напряжение большое возникает. И начинается циркуляция мощнейших энергий. 5 секунд, потом там 10. Потихонечку доводите, допустим, грубо говоря, до полминуты. О, отлично. Дали нагрузочку, энергию прочувствовали. А потом вы просто-напросто берете рюкзачок и добавляете 5 килограммов и начинаете также 10 секунд. Довели до 30 секунд, добавили 10 килограммов в рюкзачок. Вот такие вот простые вещи. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, за мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, народ, наступает новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почёканье бокалом входит счастье в каждый дом. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несёт, он подарки раздаёт, радость и любовь несёт, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курок попей. Веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам